Новости спорта. Престижные краевые соревнования по настольному теннису прошли в спорткомплексе «Юность». Славянск на Кубани по-прежнему остается центром притяжения для кубанских теннисистов. В течение 3 дней в спорткомплексе «Юность» проходили краевые соревнования по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях приняли участие 192 спортсмена из 16 муниципальных образований Краснодарского края. В этих соревнованиях есть важная особенность. Юные спортсмены одного года рождения играют только с ровесниками. Это очень ценно для них и тренеров, которые имеют возможность узнать подлинный уровень теннисиста и скорректировать свою с ним работу. И можно выявить сильнейшего именно в своем возрасте. То есть всегда бывает, что один возраст и моложе, а здесь именно по своему году. Поэтому ребятам очень важно выигрывать даже те, которые могут не выиграть там когда-то в более крупных соревнованиях. И здесь они могут побеждать. И из-за этого, естественно, у них повышается уровень такой вот внутренний, душевный, чтобы победить и в других соревнованиях более высокого уровня. Юные спортсмены очень нуждаются в таких соревнованиях. Для многих участников турнира с ним связаны большие надежды, и они очень старались хорошо выступить. Мне нравится данный вид спорта очень. Он очень разнообразен, интересен, развивает и как интеллектуальные способности, так и спорт сам, как спорт. Я теннисом настольным занимаюсь 4 года, как все соревнования. Надо играть в полную силу, соперники серьезные. Но будем стараться выигрывать. По итогам соревнований их серебряным призером стал славянец Тимур Потапов. На 3-м месте теннисистка из нашего муниципалитета Ульяна Дорощук.